перемен и подъезжал ко мне на шуршитый и говорит: «Дениска, ты сможешь участвовать в школьном концерте? Мы решили организовать группу даже для них или соседей. Хочешь?» «Я все хочу. Просто объясни мне, что такое соседи». «Пиши, у нас есть разные палатки. Ну, твой с ним, например, дай. Надо про них выступить, чтобы все засмеялись. Это на них подействует, понял?» «Они же просто едят». «Да, это на них подействует. Ну, ты больше не тяни. Хочешь, соглашайся, больше не газывайся». «Ладно уж, давай». «А у тебя есть партнер?» «Нет». «Ну как же ты с товарищем живешь?» «Товарищ есть, Мишка. От партнера нету». «Это почти, а мой тоже. А он музыкальный, Мишка?» «Нет, обыкновенный». «Петь умеет?» «Да, но очень сильно. Но очень петь научит. Не успокойся». «После перемены встретимся в ванном зале. Там будет репетиция». И я со всех ног пустился искать Мишку. Он был в буфете, я в сардинке. «Мишка, а хочешь на сардинке?» «Погоди. Дай поесть». Ты Миске стоял и смотрел, как Мишка ел сардинку, когда тушь ему шея. Thank you.
и Люся. А как же все ребята? Они же читали афишу и прибегут как один. Ты что, с ума сошел людей подводить? У меня там живот болит. Это со страху. У меня тоже живот болит, ведь я же не отказываюсь. Но Мишка все равно был каким-то задумчивым. На большой пельмень. Все дети кинулись в малый зал, а Дениска с Мишкой еле плелись позади. Внимание, внимание! Начинаем наш весенний концерт. Сейчас поэтесса Аня Шестакова прочтет нам свои собственные стихи. Попросим! Стихотворение. Пройдут года, наступит старость. Морщины выскочат на лице. Желаю всем творческих успехов. Что дальше? Хорошо учились все. Все! А сейчас выступление у школьного телефона со злободневной темой. Текст Ани Шестаковой. Исполняют всемирные известные сатирики Миша и Денис. Попробуем! Как стена. А я ничего, только во рту было сухо и шершаво, как будто там лежал наждак. Мишка пел первый, потому что он пел первые две строчки, а я вторые две. Не буду я больше сатириком.